Sonic Racing! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш дорогой он же Альберт Эскер на канале Umbrella Tech Inc. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Team Sonic Racing. На сей раз вебка вот так вот. Я надеюсь, что она не будет виснуть и не будет зависать, потому что в предыдущих четырех эпизодах я ее записывал вообще отдельно. Ну, серьезно? Записывал отдельно. Но, к сожалению, не получалось вот нормально. Так сильно дышу, я лучше немножко пристегнусь-ка. Вот так получше. Хорошо. Так, и сегодня мы продолжаем наше командное приключение. Так, и нам с вами как бы надо бы теперь сюда. То есть отправляемся мы теперь в зону казино. Ну, по-другому я никак не назовешь. Так, вебку тогда выключаю, потому что я, ну, не всегда с ней буду. Я буду ее включать только вот в этих перерывах. Я решил попробовать такой теперь вот подход. Вообще так изначально и планировалось. Только я должен был быть вот в этом треугольничке. Вот видите, треугольничек. Ну, точнее, не треугольничек. В такой фигуре. Но, к сожалению, не выходит вот вы записывать видео отдельно, поэтому, ну, я имею в виду с вебки. Нет, выходит, но оно зависает, я не знаю почему. Буду с этим думать, работать. А пока что будем вот так вот проведение сделать. Сейчас появился. Так, значит, мы с вами выбираем нападение Эгпаунов. Мы его уже проходили, получить платину. Ну, платину нет смысла, мы там уже побывали, значит. Нам нужно пройти сюда. В принципе, у нас уже и так всего этого черта хватает. У нас есть командная гонка зеркальный и есть бинго-пати. Давайте сначала возьмем пока выключу. Этап 4.6. Смотрите, финишируйте топ-3 личной гонки, финишируйте первым в личной гонке, выиграйте гонку всей командой. Выполните одно из условий выше и удержите клей рывка напарник минимум 30 секунд. Ну, в принципе, можно спокойно это выполнить, то есть удерживайтесь, то есть чтобы я должен быть в колее у самого напарника, не он у меня. Принято. Что ж, давайте тогда сюда отправимся, в Ice Mountain зеркальная командная гонка. Каждая гонка дает новую информацию, передаю данные. Стандарт. Так, кого же возьмем-то мы с вами? Давай-ка оружие сегодня мы с вами возьмем. Так, и поскольку все-таки... Хотя у нас технари, то есть ей как бы проблем-то быть никаких не должно. Поскольку тут командная гонка. Может тогда... А есть у меня что-нибудь на больших ускорителях? Вот давайте вот это я воспользуюсь-ка, пусть будет. Подкинем-ка сраную бомбу. Ладно, Руш, погнали! Да, Дон, папа, слышит какие-то странные телепатические сигналы. А что значит телеметрические? Это все информация о наших гонках, особенно о нашей работе в команде. Да, Дон, папа передает ее после каждой гонки неизвестному получателю. Спорим, этот получатель Эггман. Становится все труднее и труднее отрицать, что не Тануки управляет этой гонкой. Полегче, здоровяк, не кипятись. Вообще-то сейчас самое время для этого. Ice Mountain, зеркальный трек, леди и джентльмены, мы продолжаем. Тануки хочет командную работу, покажем ему командную работу. Fine. Система в порядке, готова к действию. Мне нравится это. Ну я тоже рыжий. Вы только посмотрите. О, она так шикарно здесь смотрится. Ай, черт, зараза! Отдыхайте!
Так. Красота, у нас снова бомбочка. Вперед, Руш! Ай, зараза! Пропустите, леди! Так. Слушайте, вот реально, вот это будто совершенно новый трек. Омега, просто. Вот реально, вот сделали зеркальный трек. Это совершенно будто новый трек в абсолюте. По-другому никак не скажешь. Ай, зараза. Биг, мерзкий ты котище. Вот реально. Ребят, вот говорю сразу, вот зеркальные треки — это их лучшая идея. Вы, по сути, создаете два трека. Основной и его противоположность. Гениально, потому что ты подстраиваешься только тебя под зеркальную сторону. Отлично. Не за что, лапочка. Так, Шэдоу, давай, держи маку. Прокладываю курс для перехвата. Давай, Мега. Ай, зараза! Гребаные коты. Нет проблемы, они ушли далеко. Чё, Блэйз запустил какофонию. Давай, Рош. Отлично. Зараза! Так, мы на каком? Мы пока на четвертом месте. Гребаный пик, он пытался... У тебя две! Гребаный КТ. Так, давай, Рушка. Зараза, так... Жрите, скальные породы. Чёрт. Ну, хорошо сыграно, Руш. Спасибо. А еще осталось всех распрямить. Давай, Руш. Внимание, предупреждение. Давай. Нет. Победа! Мы лучшие! Шэдоу Омега, я разочарован. Но мы лучшие! Так, ладно, скучу. Так. Ха-ха!
Победа за нами! Мы победители! Почему все думают, что мистер Па передает наши секреты Эггману? Даже не знаю, может быть, потому что они оба злобные суперученые с забавными усами. У меня тоже забавные усы. Значит, я злодей? А логика-то вполне интересная, кстати. Может, Бик реально самый злобный гений из всей истории Соника франшизы? Нет, а что? Завезли его как-то однажды, и так потихонечку его сдабривают. А там в результате окажется, что это мощнейшее верховное зло всей вселенной. Нет, ну а что? Ленивый жирный кот. К примеру, как это было с мистером Тыклсом, кошки против собак. О? Тот еще местный кошечек-ганнибал. Эх, а чего нет-то? Но зато мы вот такой вот в рывке мы не удержались. Вот этот вот ключик мы не получили. А может быть получили, черт знает. Нет, не получили. Так, здесь мы прошли, хорошо. Нам нужно еще вот сюда. Ну, я просто получаю дополнительные карты вот эти вот. Далее. Этап 4-2. Командная гонка, не зеркальный трек. Кстати, теперь понятно, когда зеркальный, это прописывается. Буду честь в виду. Буду учитывать это. Так, финишируйте в топ-3 в личной гонке. Финишируйте первым в личной гонке. Выиграйте гонку всей командой. Выполните одно из условий выше и используйте меньше 5 виспов. Меньше 5? Это уж слишком жестко. Кстати, теперь понятно, это место делал доктор Эггман. Смотрите вот сюда, видите? Я вот показываю мышку. Это все. Это официально заявлено. Бинго-пати. Ладно, отправляемся сюда, в командную гонку. Каждая гонка дает новую информацию. Передаю данные. Обычный. Да, кого возьмем в этот раз? Все-таки это бинго. Давайте-ка кота возьмем. Биг. Давай, вылезай, бегаста. That sounds nice. Ага, it sounds nice. Так, и дадим-ка, поскольку все-таки он тяжеловес. Хотя там нет нигде сыпучих покрытий, так что не будем тратить хорошую штучку. Автоматическое ускорение на старте ему поставлю, мне с этим проще. Погнали! Да, Дон Па послал какие-то странные телеметрические сигналы. А что значит телеметрические? Это вся информация о наших гонках, особенно о нашей работе в команде. Да, Дон Па передает ее после каждой гонки неизвестному получателю. Спорим, этот получатель Эггман. Становится все труднее и труднее отрицать, что не Тануки управляет этой гонкой. Полегче, здоровяк, не кипятись. Вообще-то сейчас самое время для этого. Бинго-пати! Командная гонка! Участвуйте в гонке команды из 3 человек. Победит команда с наибольшим количеством наивысоких позиций. Тануки хочет командную работу. Покажем ему командную работу. Окей. Погнали, кот. Кот злобный и готовый. Это что еще за скорость такая? Воу, вот это у него скорость! Ой, Шадоу! Вот это столпотворение! У моей машинки попа. Ты че с машинкой, Пик? Ты смотри, с какой скоростью несешься-то! Ой, ты
Да, можно, наверное, починить, я в этом думаю. Да все можно починить, я в этом думаю тоже. Воу, я уверен, это случайно. Вот это скорость Бегаста! А, ничего. Слушай, я начинаю все больше думать, что это реально настоящий злобный гений. Так, я проехал. Почему я снова набираю скорость? Мы несемся прям на больших скоростях, леди и джентльмены. Бегасте, он да беги да бегасте. В следующий раз я передаю это кому-то. Слушайте, у него машина! Мечта! Вперед! Я стараюсь смотреть назад и за нами в погоне. А чё наше... О, вот это сейчас бы! Сила в единстве, сила-то в единстве, только надо эту силу еще получить. Оказывается, я еще могу так сокращать дорогу. Дурак из меня челюсти. Помогите подтянуться к лидерам. Я постараюсь помочь, но я не ручаюсь за это. Я еду, давай, Эми, едь. Чё, нам поехал по другой стороне. Но мы уже побеждаем. Извиняюсь. Не могу не сказать слова Бегаста. Спасибо. Сотрудничество – ключ к победе. Победа! Шадл был вторым, Эми четвертая. Наши летающие Чао три и шестые. Ну, неплохо. Звездные очки, ключевые очки, бонус колец, бонус команды работы, первое место. В общем, пик ожирел. Вы посмотрите, какой жирок! Хороший жирок! О, давайте я смотрю. О, хорош! Чуть-чуть, еще бы шедл нас обогнал бы, вот! Биг! Биг реально злой гений! Good job, guys! А лучшая работа, ребята! Регман номер... Почему все думают, что мистер Пап передает наши секреты Эггману? Ой, даже не знаю. Может, потому что они оба злобные суперученые с забавными усами? У меня тоже забавные усы, значит, я злодей? И... Три звезды! А еще мы подтвердили факт того, что... Биг зло. На практике. И он хорош для этих локаций. И золотой ключик получили здесь заодно. Неплохо. Так, здесь у нас что? Командная гонка Бухача. Обойдите команду соперника минимум... Пять раз.
Как понять, обойти минимум 5 раз? Здесь как тут максимум 4, 3 команды, помимо нашей, которую любую я возьму. А это командная гонка. Хотя, в принципе, нападение экпалнов здесь, ну... А это интересно, но это в одиночку ты работаешь. А вот здесь командная гонка, бухач. И вы знаете, кого я сейчас возьму. Погнали. Интересно, что бы об этом сказал Фроги? Не знаю, о чем бы он сказал, но я бы сказал, я удивлен, что ты вообще здесь выскочил. Тут должен был бы Додонпа. Видимо, пошел два дедатый. Ну а что это? Ладно, обычная зараза. Да, сделаем это, Тейлз. Ну, Тейлз реально подходит для этой зоны. Тейлз реально подходит. Поскольку все-таки он механик. Ему, конечно, будут ускорители, с одной стороны. Шанс потери тройных. Как кольца он и так засасывает неплохо. Начните гонку с виспом черной бомбы. Черная мамба лучше бы. О, давайте вот это попробуем. Шанс сохранить копию виспа передачи товарищу. То есть получается мы сможем это применять. Что ж, погнали. Мне кажется, этот тануки милый. Биг, ты с ума сводишь! Этот парень явно в сговоре с Эгманом! Мистер Па работает с виспами, а виспы любят только милых людей. Никогда бы не подумала, но Биг прав. Эти виспы работают за Дон Па, может он действительно хороший. Стойте, я прав? Бухаус, дети и джентльмены! Следующая гонка тащи со мной! Так, давайте. Неплохо. Давай, Тейлз! Спасибо за ускорение. Меня уже собственные напарники не выпускают. О, отвидел бы ты свои лица, Эми. Она бы, наверное, увидела бы. Так. Ты, отлично. Отлично! Интересно, как это работает? Это, скорее всего, межпространственный временной континуум, Тейлз. Да, именно это скорее то, что мне нужно. О, нет, я расстрелся кольца. Ну, я полный рот песка, уж извините. Давайте разгоняемся! Не самое лучшее место, конечно, для разгона я выбрал, но что поделаешь.
Сохранять позицию я тоже сделаю. Давай, делай уже. Пока, спасибо. Сюда, Яшинёк! Отлично! Ха-ха, прыг-скок! Отлично! Я не могу здесь рвану вперед! Держите, товарищи! Соник рядом! Так, у нас, кстати, продублируется, что ракета, что неплохо. Так, Так. Ой, зараза-то какая! Я не знаю, что это за скотина сейчас выпустила все это дело. Но мы скоро-то узнаем. Держим позиции. Ай, зараза! Нет! Я без понятия, что случилось! Давай! Нет, нет, нет! Фу, хоть так, второе место хотя бы! Реально злобный гений Пик! Реально кап... Он нас... Они назвали команда Рос. Но именно благодаря Бигу сформировалась команда Рос. Он реально злобный гений. Я вам говорю, этот кошак настоящий доктор Тинглс. Ну ладно, у нас хотя бы второе место. Но Эми нас обогнала. Причем на целую голову. Ежа даже да я обогнал. Это нормально. Но все же. Эггман довольно тухлый гонщик. Если он и жульничает, то явно неудачно. Но если он пытается проиграть, то это у него идеально выходит. Немножко даже обидно было. Ну ладно. В любом случае, если что, мы сможем потом с вами потом перепроходить это по нескольку раз. Потому что у нас же не только гран-при когда закончится, у нас же еще и другое будет. Так что, в принципе, нормально. В принципе, нормально, держимся. Продолжаем. Нам как раз-таки открыты и открыт командное гран-при Market Street, Dr. Mind, Skyward, Roller Draw. Что ж, сколько у нас там еще с вами осталось? Как раз полчасика. Отлично, вот на это место хватает. Погнали! When cheating fails, если обман не удался, схитри еще лучше. Золотые слова. Я же просто взялся. Как Джим Керри.
Жалко, что не могу пока себя взять. Ай. Мы кого брали? Тейлса брали. Руж брали. Бига брали. Ежа брать не хочу сегодня. Блайз можешь взять? Как вариант, в принципе, вариант неплохой. I am ready to roll. Да, давайте ее. Как раз для нее подходящая трасса. И шанс ускорителей. Или лучше увеличить мощность ускорителей. Давайте вот это поставим, чтобы она была еще быстрее. Погнали, блузя. Почему у меня не выходит? Дело во мне? Нет, конечно, нет. Должно быть с моей машиной что-то не так. Типичная история. Создатели всегда винят свои создания. По-моему, я велел тебе заткнуться, Орбот. К счастью, я знаю, как сделать гоночную машину получше. Узрите Формулу М. С этой машиной я не могу проиграть. Наверное, мне стоит себе и роботам помощников получше сделать. Что скажешь, Орбот? Не могу ответить. Затыкаюсь. Молодчина. Маркет Стрит, леди и джентльмены. Ладно, серьезно, в этот раз я не могу проиграть. Прекрасный кадр. У меня, кстати, забавно, ничего не подвисает на сама игра. Но надеюсь, что запись будет записываться тоже хорошо, ровно и без каких-либо проблем. Давайте, ребятушки! Вот это я называю гонка! Давай, Блейз! Вот и вырвались на первой позиции! Черт, мы с Шэдоу идем ноздря в ноздрю. Я снова впереди. Ну реально, игра очень шикарна. Мне прямо нравится. Отлично. Неловко, Сильвер, как неловко. Нормально. Вот это ускорение. Жалко, что неуязвимым взять не удалось. Ну ладно. Ну я, в принципе, и так далеко ушел. Передаю пока команде. Команда Вектора. Так, шикарно, вперед, товарищи! Вот это я называю скоростная гоночка. Кто за мной гонится? Ближайший это Шадоу. Но и то он далеко. О, доктор обгоняет! Давай, соберись! Черт, не туда поставил. Хотел скинуть на них, ну ладно. Так, раз Сильвер заорал, значит остальные тоже у меня за задницей. Так. Поставлю на всякий случай. Давай, блузя! Stay on track. I'll boost off your track.
Постараюсь, Сильвер, но ничего не гарантирую. Ай, зараза! Ну, держись! Ладно. Вперед! Вперед, команда Вектора! Есть победа! Вот это какой хороший кадр! Я успел достаточно много фотографировать. Шикарно, шикарно. Слушайте, вот здесь реально хорошие кадры. Блейз, молодец, молодец. Респект, респект, респектейшн. Отлично. Но здесь чистая сухая победа. Уже на первом этапе у нас еще 3 круга, товарищи. Следующая гонка. Доктор Майн, команды Гран-при 2 for Fro. Погнали! Shall we? Help! I'm behind you. Вот это ускорение, товарищи! А, вот это отличная скорость. По-любому отличная. Кто там из моих попался? Зараза! Сильвер, дай мне трассу. Ну или Вектор. Отлично, теперь я ее даю. Пока, Шадоу! Ю-ху, есть! Но впереди нас... А, пока рада, пока рада, пока рада. А вот теперь можем и ускориться. Вперед! Вот это называется хорошая скорость. Главное выбирать правильные участки для ускорения, а дальше проблем вообще не будет. Вектор, конечно, отстает. Но там всем подготовлен. Приготовимся к рывку. Мы готовы. Идем на этот раз по всей колее. Так. Есть, неплохо. Держите, ребятушки. Вперед, вперед, вперед. Пусть прорываются. О, я кто-то уже подумал. Сильвера, неплохо. Респект ему за это. Так, кто-то пытается меня там подбить. Так. Вперед, вперед, вперед. Пусть проскакивают.
нас с этим проблем пока нету. Так, вперед. Зараза! Так. Вот это я называю хорошим ускорением, товарищи. Кто попал? У-ху, там близко! Я думал, очень близко. Да ну ускорение, давай ускоряйся уже. Не вот фаврами там взял! Молодец, Блейзи! Первое, пятый, шестой. То есть, с какой гляду? Вас Шэдоу, Омега и Рушевки погнали. Ладно, не страшно, у нас была чистая сухая победа в начале, так что она компенсирует пока вот это неудачное обстоятельство. То есть, видите, она пока компенсирует. А, нельзя проигрывать. Погнали. Следующая гонка. Skyward, команды Гран-при, гонка Freeze 4. Погнали! Ее инженеры горячие. Вот ускорение пошло! В самом деле, думаешь, наш победит? Никто не нас не одолеет. Мы слишком хороши. Давай, 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 давай. Вперед. Вот это разгон. Неплохо. А, да, Шэдоу, я тебе легко обгоню. Видишь, обгонил. Я его даже пощекотал. Кого я там сбил? Тот же я сбил. О, меня укачивает нормально. Так. А ну не стоять на моем пути, говорит она. Вот эта локация, это чисто ее зона. Так, взяли. Так, отлично. Любой, кто пойдет в мою задницу, поджарится. Так, неплохо пока отошли, но они все равно идут впритык, шприцами. Выкуси! А то Гектор выкушу. Вылети! На мне не действует! О, вот это полет! Это. Я уж кому-нибудь из вас передам. Ай, зараза такая-такая. Это метал был? Подождите, как? Скрипор метал.
здесь его еще нету. Да, нечестно, зато эффективно. Ну да, покрутились и ускорились. Что здесь ты? Подожди, а что здесь? Все как раз вовремя. Так. Пока ждем. Очень удобные трамплины. Согласен, что удобные, но радость пока. Не пришло, Сильвер, я скажу это. Вот сейчас пришло. Вот сейчас можно. Кому передать? Так. Держите кто-нибудь. Мы пока все держимся на призовой месте, это хорошо. Я не знаю, где эти гребаные скалы, но они сейчас должны появиться, потому что прилетел писаться со скалами. Надо быть поаккуратнее, посмотрите мне. Так. Вот это прям красота. Мне очень нравится смотреть на задний вид. Реально очень удобно. Это приналатыкался нажимать на кнопку S. Даже тупом не стал. Вам просто ее держать под рукой. Никаких проблем. О, черт! Теперь от скал не... А хотя может увернуться. Я увернулся. Но я не уверен за остальных коллег. Доктор Эггон! Подождите! Реально? Вы посмотрите на доктора Эггмана. Среди прочих там метал. Вот это необычно. Реально, там метал? Не ожидал. Нет, реально, там метал. Я сейчас обратил внимание. Да, метал Соник. Что-то новенькое. Респект. Но никто не запрещал, в принципе говоря. А мы пока сразу уходим вперед. Все. Победа наша! Погнали! Следующая гонка! Рулет Роуд команды Гран-при Гронко Фо из Фо, леди и джентльмены. Лучшая зона для отдыха прогнозирована доктором Эггманом Работником. Ну и погнали. Отличный выбор, согласен, прекрасный выбор, да. Посмотрите, какая машина, какой легатор, какой легафайт, какая кота. Прекрасный подбор. Погнали! Вперёд! Сильвер, не умеешь бросать кубы, так не бросай. Давай, заряжай. Так,
Тейлз, мы обгоняем. Вроде как. Вот, вот это уже настоящее ускорение, вот это уже что-то. О, чёрт, кто меня там выстрелил? Меня это ничто не уничтожит. Ты понимаешь, что ничто не уничтожит? Так, неплохо. Вырвались мы достаточно хорошо. А шагал с вами так до сих пор кусать все отсюда. Так вообще будет мне сейчас кто-то пытается подбить с помощью ракет. Вперед! Вектор молодец! Вот это называется командная работа. Буду передавать им. Мы с вами пока на первом месте, а Сильвер, давай-ка ускоряйся ты там мне наш слайд. Так. Неплохо. Пусть проносится сквозь толпы. Ну или Гектор, там Гектор будет всех останавливать. Тоже неплохой вариант. Так. Неплохо. Выжимаю все, что могу, дяди джентльмены. Ух ты, сколько ж денег на нашу голову сыпется. Я, по-моему, сорвал джекпот. Так, пока рано, придержу-ка эту способность. А у тебя можно. Как раз хороший разгоночный трек. О, спасибо, меня подогнали наши же соперники. Вот это я называю грамотным ускорением. У меня было, кстати, так много колечек. Сейчас получается с нуля собирать. Ну, хороший трек был. Тихо, я выхожу в позицию для ускорения. Да не надо. Значит, шикарные позиции для ускорения. Я ведь прав, а? Шикарно. Ну, Серёжу как стал. Так, смотрим. Но мы, это победа, это чистая победа. Ну, видите, я же говорил, чистая победа, чистая победа. Один только Сильвер их вытащил, обогнался. А мы с Петром так, сверху немножечко, чуть-чуть. Ай, шикарно. А так или иначе, ребят, кстати, как я уже говорил, начиная вот с этого эпизода, я буду озвучить ваши комментарии. Готовимся. Для начала... Победа за нами, товарищи. Хочу сказать спасибо еще раз всем, кто пишет нам. Пика написал.
Если добавить в гонку Metal Sonic, она станет еще опаснее. Не люблю этого злого робота. Он просто модная жестянка, не о чем волноваться, Биг. На самом деле, он немного опаснее, чем просто жестянка. Ну, водит он как жестянка. Возвращаемся на трассу. Прервали вашу зачитку комментариев, ребят. Спасибо еще раз всем, кто пишет комментарии, ребят. То есть я буду стараться вас всех даже здесь озвучивать. Я имею в виду к нашим видео и к комментариям, к сообществу. Пико Анденапстаблок пишет. Я сегодня хотел написать почти, а не прочти. Но все равно спасибо, что прочитал мой ник правильно. Всегда пожалуйста, Пико. Далее. Звездный Ждун писал про то, что Sonic Force ужасный. Я не буду все это озвучить, но у каждого свое мнение. Но спасибо тоже, Звезды Ждун. Максим Шитов пишет. Ханрон и Эль Тигр, молодая и старая легенда, умерли. Мы попытаемся их спасти. Да уж, чего настолько нет. По поводу нашего Рамана, который тоже публиковался недавно. От твоих постов, пишет Галина Осипова, еще сильнее подогреваешь аппетит. Так что выкладывай. Однозначно буду выкладывать. Однозначно, кстати. В эту субботу, когда я записывал эпизод и уже монтировал его, я дополнительно еще начал мастерить чехольчик для своего термоса. Так что тоже буду выкладывать понемножечку. Так, что у нас еще есть? Ну, давайте что-то еще одно возьмем. Insomnia пишет, как они понимают, что он говорит, если аватар все время молчит. Это про Sonic Force, разговор Вектор, когда Вескер уходит с пятницы. Ну и также Insomnia пишет, Сильвер сзади все это время. Чего, зараза? Всего понемногу. Вот пока вот часть комментариев, будем понемножечку все их озвучивать. Понемножечку каждый ваш комментарий. Ну а пока что давайте смотреть дальше. Мы получили ключик. Сделать так, чтобы кто-то из вашей команды занимал первое место в каждой гонке. Собирайте кольца в гран-при минимум 175 считается по количеству колец в конце каждой гонки. Это мы справились. Сложный, конечно, вариант. Но мы добились. Неплохо. И открыли как раз-таки гонку на выживание. Но туда мы с вами уже отправимся в следующем эпизоде. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Поддержите его обязательно вашим лайком и комментарием. Да, знаю, всех достали, что просят. Но это реально помогает развитию на Ютубе, продвижению канала. А главное, я вижу таким образом, что вам нравится. Если же вам не нравится, ставьте дизлайк, это и мы тоже видим. Ну, я имею в виду все стриберы, все авторы создатели контента на Ютубе, мы их видим, вы не думайте, мы их видим, только в творческой студии. И пишите комментарии, ребят, пишите, потому что я хочу получить от вас обратную связь. Ведь если чисто делаю только я, то будет получаться вот такой контент. Может быть, он прекрасен для всех, я буду этому очень рад. Если же есть что добавить, если же можно что-то добавить, пишите, я всегда анализирую все ваши комментарии, вот. Я всегда слежу за вами. Так что не переживайте, ребят. Ну а с вами был ваш доктор Эггман Работник, он же Альберт Вескер. Всем до скорой встречи, всем пока и увидимся! Team Sonic Racing!